уроке я расскажу вам о том, как создавать класс и приглашать туда учеников. Сейчас мы находимся на главной странице сайта vizIQ.com как зарегистрированный пользователь. Для того, чтобы создать класс, мы нажимаем, наводим курсор на клавишу Teach и нажимаем клавишу Shadow Class. Переходим на страницу. Здесь заполняем необходимые поля, название вашего класса. Например, я назову сегодняшнее число 6 мая. Здесь мы видим дату, когда будет проходить класс, можно ее отредактировать. Например, вы планируете проводить через неделю. Время можете указать, утро, вечер, выбирайте то, когда будет проходить ваш класс. Немного о классе можете написать. Да. И нажимаете клавишу «Создать класс». Хорошо, ваш класс создан. И для того, чтобы пригласить наших учеников в класс, мы нажимаем следующую ссылку. Здесь мы видим ссылочку для того, чтобы отправить ее нашим ученикам. Копируем ее и далее вставляем в письма нашим клиентам, то есть кому мы хотим ее разослать, чтобы клиент прошел по этой ссылке и оказался в нашем классе. Также здесь вы видите панель, где можно вносить изменения в ваш класс, изменить время, написать комментарии, посмотреть информацию о вашем классе и так далее. Также можно разместить информацию о вашем классе на Фейсбуке, на Твиттере. И вот еще какая-то социальная сеть, я даже с ней не знаком. Все, спасибо.